Всем привет! Зашли сегодня в наш бор после зимовки длительной. Смотрим, как природа восстановилась после зимы. Вот это рекультивированный разрез начало было выположено. И в этом году эти все внизу озера будут уже обитателями заселены какими-то. Вот такая панорама нашего бора. Снег уже присел и держит вполне нормально себе. Вот круговая панорама нашего будущего кластера рекреационного с озером внизу. Спасибо всем.